20 января в Даугавпилсском дворце культуры состоялось главное событие года в спортивной жизни города. Торжественно были вручены награды лауреат спорта 2021. Несмотря на то, что прошлый год прошел под знаком пандемии, что очень усложнило проведение соревнований и тренировок, спортивная жизнь не останавливалась. Наши спортсмены с честью представляли город и страну на соревнованиях самого высокого уровня, а в Даугавпилсе проходили важные спортивные мероприятия. По итогам ушедшего года были вручены награды в 12 номинациях. Восходящей звездой года стал тяжелоатлет Артур Василенок, занявший 5-е место в чемпионате Европы У-23. Титула учителя спорта года удостоился Андрей Доманин. Его воспитанники в общем зачете заняли 3-е место на 72-й латвийской школьной спартакиаде. Педагог уверен, главное в работе с детьми – индивидуальный подход и умение мотивировать. И тогда результаты не заставят себя ждать. Такие вот случаи в моей педагогической деятельности, когда некоторые ученики... Ну, просто он просиживал штаны в джинсах, но через какое-то время добрыми разговорами с ним, я говорю, ну, давай попробуем, пойдем мяч баскетбольный в кольцо побросаем, технику волейбольного мяча отработаем. И с какого-то времени он сейчас... Есть ученики, которые шикарно занимаются, и я даже удивляюсь, думаю, блин, он 2 года назад он вообще ничего не хотел делать, а сейчас он чуть ли не впереди всех и хочет заниматься, и вот там еще на какой-то факультатив говорит, я приду, там еще поиграем, давайте, тренер. Ну, как бы вот это, я думаю, самое главное. Приз за вклад в развитие народного спорта получил Латгальский центр водных видов спорта «Динабург». Спортивной командой года стала юниорская команда по спидвею. Несмотря на все сложности, сопутствовавшие пандемии, в 2021 году в Даугавпилсе прошел целый ряд соревнований международного уровня. Спортивным мероприятием года стал чемпионат мира по баскетболу У-19, в котором приняло участие 16 команд из разных стран. Очень мало времени для подготовки, и с помощью местного самоуправления мы смогли вместе сорганизовать мировой кубок для У-19 юношей здесь, в Даугавпилсе, и также в городе Рига. И согласно всем мнениям участников, это было очень позитивно. И, конечно, нам, как одним из организаторов, было очень важно, что местное самоуправление было готово активно участвовать в процессе. Я очень рад, что в Даугавпилсе есть соответствующая инфраструктура, где можно такие соревнования организовать. И я вижу, что такое сотрудничество может продолжаться и в будущем. Награду «Паралимпийский спортсмен года» получил пловец Юрий Семенов, благодаря которому имя Даугавпилса с честью прозвучало на Паралимпийских играх в Токио. Тренером года стал представитель вольной борьбы Сергей Курсейтис. Награды за вклад всей жизни в даугавпилский спорт удостоился Александр Опекунов, который вот уже 46 лет успешно тренирует юных футболистов. Лучшим спортсменом-сеньором стал борец греко-римского стиля Андрей Дроздов. Титул лучшей спортсменки-сеньора достался легкоатлетке Валентине Петровой. Наиболее достойным наградой спортсмен года был признан боец вольного стиля Алан Амиров, который привез в Даугавпилс бронзу чемпионата Европы. Спортсменка года Анастасия Григорьева заняла 5-е место на Олимпийских играх в Токио. Я еще не достигла всех своих целей, и поэтому хотела бы пожелать молодым спортсменам не бояться ставить себе самые смелые цели. И пусть они идут маленькими шагами, но медленно, но верно к своей цели. И пусть обязательно не опускают руки после неудач, а хранят те теплые воспоминания от предыдущих побед. Во многих номинациях борьба за приз года была очень жесткой. Ведь даугавпилские спортсмены в прошлом году показали прекрасные результаты. Нашим спортсменам, олимпийцам, паралимпийцам, ребятам, девчонкам, которые стали призером на европейских и чемпионатах мира, всем тем, которые позволили имени Даугавпилса поразить многих в мире, увидеть это место на карте, потому что мы действительно сильные, мы можем. Наши ребята, наши молодые спортсмены, тренера, которым большое спасибо, они показывают, насколько мы уникальны и насколько все вместе мы можем бороться и доказывать, что мы очень сильный, хороший, классный город. Благодаря, конечно же, в первую очередь, наверное, тренерам и родителям спортсменов. Поэтому сегодня праздник, несмотря ни на что, все соревнования были во время всевозможных ограничений, но мы всем показали, что мы можем, и поэтому спорт, конечно же, это очень важная сфера нашей жизни, и мы продолжим дальше бороться. Сюжет подготовил отдел коммуникации Даугавпилсского городского самоуправления.